шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошел кинолекторий «Творчество Льва Толстого в мировом кинематографе». Сейчас студенты все больше смотрят, но меньше читают, поэтому организаторы выбрали формат кинолектория. Для того, чтобы приблизить классику к современному читателю, особенно к молодому читателю, мы полагаем, что вот этот подход через кино, через кинематограф, он один из наиболее действенных. Участники кинолектория посмотрели отрывки из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Анна Глазунова, Роман Зингаров, Универньюз.